все развезло. Не дай бог, на следующей неделе снова грохнет минус 30. Сейчас 0 градусов, туман. Это ж все обледенеет. Трямочка, ты тоже хочешь записать обращение к Деду Морозу? Дедушка Мороз, если ты нас слышишь, к следующему Новому году пошли нам санки-коляску, чтобы можно было в процессе прогулки с колес на лыжи переключаться. Нам очень надо. Прямо от таких вот проталкиваний уже устал. И не только прямо. Народ на лыжах катается. Так, ну что, поехали? Ай, что там интересное, что там? Так, там почищено, погуляем. Главное, как выбраться обратно. Прям, что ты там жуешь? Ну не надо так, собака. А в лесу ничего и не развезло. А в лесу все беленькое, красивое. Попробуем там, где самый короткий выход из леса к нам, пробраться. Потому что все равно со всех сторон где-то по грязи идти, тряме лапы мыть. Да, тряма? Да, сейчас по снегу походил, лапы почистил. Нету белок. Нигде нету белок. Спят. Или уже поели с утра и ушли. Ну куда ты меня тащишь? Сейчас сам провалишься, я тебя буду поводком вытаскивать. А птички запели наивные. А солнышко светит. А еще впереди февраль, март. Еще морозы будут и будут. Вон какое солнышко у нас весеннее сегодня. Ну, что там такое интересное? Мы что, охотимся на кого-то? Кто такой скакал интересный? Ты почему-то следу идешь? Прямо я не хочу лезть туда. Я, конечно, в сапогах, но как-то вот нет настроения снег мерить. Кто там такой интересный в снегу валялся? Кто-то очень интересный был, да? Кто там был такой интересный? Что, пошли дальше? Всем привет! Последний день января. К нам зима вернулась. Снег. И вернулся счастливый Тряма. Прям мороз, снежный нос. Посмотрите на эту снежную мордочку. Трямка, Трям! Трям! Трям, ко мне! Ко мне, зайка! Ко мне, пушистый! Ко мне, снежный нос! Нос снежный-преснежный! А, как нас заметает! Трям, помаши хвостом. Ну, в общем, Трям помахал всем. Пока-пока. Трямуль! Трям! 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 Не, взял след, начал вредничать. Трям! Трям ко мне! Не. Видите, моя морда, морда моя, морда. Да?